невозможное. Иеремия 33:3 говорит: «Позови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия 33:3 говорит: «Я покажу тебе невозможное». В городах Нагорных, в городах низменных, в городах южных, в земле Вениаминовой, в окрестностях Иерусалима и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего. Иеремия 33:3 говорит: «Позови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия 33:3 говорит: «Я покажу тебе невозможное». Иеремия 33:3 говорит: «Позови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия 33:3 говорит: «Я покажу тебе невозможное». Принесет им исцеление, принесет им мир и истину, простит им все, чем они грешили, когда опять вернутся к нему. На этом месте будет слышен голос радости и веселья, голос жениха, голос невесты, голос их восклицающих вместе. Оправдание наше придет, и голос.